Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников, и игровой сервер Premier Game. Это наша очередная серия, друзья, на которой мы устраиваем чаепитие у моего нового дома. И обратите внимание, друзья, сколько же народу уже пришло, хотя еще времени мало. Сходка, точнее чаепитие начиналось, точнее я его объявил начало в 11:00 по московскому времени. Смотрите, что еще целых 7 минут, а народ уже здесь, друзья. Надо со всеми поздороваться. Всем привет! Да, друзья, всем привет, и как раз начну с приветов, которые вы писали в группе ВКонтакте. Так, привет, как здоровье, все отлично. Итак, передаю привет Томе Корлеоне, Герману Уткину, Вове Шарикову, Андрею Боровкову и Артему Лобовину. Также эти все друзья передают всем привет всему серверу Premier Game. Итак, ПТ. Да, мама, я в Ютубе, все так, все правильно. Молодцы. Так. Ё-моё. Ух ты, сколько вас много, друзья. Красавцы, красавцы. Мама, я в Ютубе. Да, друзья, всем привет. Если вы увидели себя в серии, пишите «Мама, я в Ютубе» в комментарии под видео, а также ставьте палец вверх, друзья. Ух, сколько вас много. Ё-моё. Охренеть. Я не успеваю со всеми здороваться. Так. Йо-йо-йо, всем привет. Да, друзья, всем привет. Я очень рад вас всех видеть. Молодцы, что столько народу приехало. Так, давайте пошлите в дом, что ли. Так. Виски все купили. О, можешь мне передать привет. Я Сэм Йосемайт какой-то, ё-моё. Привет тебе, Сэм. Так, передал уже, красавчики. Все. Идемте в дом. Так, давай, друзья, пойдем. О, молодцы какие. Сейчас я вам открою. Так, где мои машинки? О, мои обе машинки стоят. Кстати, Е500, друзья, я разыграю сразу же после выхода вот этой серии. Так что ожидайте, друзья. Так, открыт дом, открыт. Заходим, друзья, в дом. Все в дом. Сколько тут? Охренеть просто. Ё-моё. О, да, друзья, притон. Да, так. Так. Охренеть. Мама, я в Ютубе, да, друзья? Ё-моё. Интересно, если на сходке спини, лорда и меня мы зайдем в мой дом, то хватит ли всем места вообще в доме? О, да. Добро пожаловать в мой сарай. Да, друзья. Добро пожаловать в мой сарай. Ай, да, мама, я в Ютубе, да. Видели ночь, гуляем всю ночь до утра. Да. Итак, друзья, молодцы, что пришли, спасибо всем. О, кто-то уже виски. Так, дайте мне виски. Молодцы, молодцы, закупились. Кто-то закупился, а кто-то нет. Опа, Андрей Боровков дал мне виски. Спасибо. Тёма, пей. Тёма, пей. Так, все. Виски. Тёма, пей. Тёма пьет. Все. Еще виски. Воу-воу. Да, отлично. Мама, я в Ютубе. Не МГшим, друзья. Не МГшим. Друзья, кто всех бан пихнут. Да. Так, не драться, друзья, не надо драться, иначе я выбегаю просто из дома, и все. Да, красавчики, мужики, очень много народу прибыло, просто молодцы. На мое новоселье, так сказать. Итак, давайте все по машинам поедем. Дайте куда-нибудь съездим, раз столько народу. Да, друзья, поедем мы, скорее всего, в клуб. Все по машинам поедем в клуб.
Дай денег. Денег нет, друзья. Я уже вам говорил в прошлой серии. Не просите больше у меня денег. У меня денег нет. Их не будет еще. Так. Пытался вам написать смс. Но у него нет денег. Ну а я что сделаю? Да, друзья, давайте все по машинам. Все по машинам. Поедем на Е500, в общем. Выпили и за руль, друзья, так никогда не делайте. Итак, папа, я в Ютубе, красавчик. Алина. Так, молодец, что выкинул меня из тачки. Просто красавчик. Красавчик, да-да-да. Только она заглушенная, ты не можешь сесть. А, друзья, 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 как вас много. Ё-моё, дайте мне сесть. Уйдите. Ё-моё. Ну чё за пипец, друзья, ну чё как не люди. Я ещё просто запрусь тогда нахрен и всё. И есть как хотите. Всё, поехали. Охренеть, вы просто посмотрите, сколько у вас. Так. Всё, давайте, давайте. Ну, друзья, ну зачем вот вы толпитесь больше? Ну, я не знаю, если на сходке, то зачем толпиться? Вот что сейчас тачку зачем бить? Вот не понимаю, зачем вы это все делаете? Сидите тихо, молча на крыше. И так нарушаете, вы еще и тачку бьете. Я и так пьяный за рулем еле еду. А вы тут еще мешаете. Итак, ну это было релическое отступление, мама. И вот, дай 150 тысяч. Отлично, друзья, у меня у самого денег нету, потому что... Все мои деньги уйдут на призы, друзья. Так, давайте всех подождем. Так, чтобы никого не потерять. Все, вроде все приехали. Тут, кстати, ехать-то и недалеко. Можно было и пешочком пройтись. Куда вы, друзья? Нам сюда. Или тут нет клуба-то? Ё-моё, я забыл, где клуб. Так. Клуб, клуб дальше. Дай 150 тысяч. Нет, друзья, денег, все. Смотрите серии, внимательно слушайте. Вот видите, за бизнес я получил 50 тысяч рублей. И всего баланс у меня 7 миллионов с половиной. Это, друзья, очень мало. Потому что мне нужно 9 миллионов. Только на то, чтобы раздать призы. Так что давайте, друзья, будем уважать друг друга и все-таки чувство какой-то меры иметь. Потому что и так я сколько денег уже раздавал. Так, 500 рублей, друзья, у всех есть 500 рублей? Обходим. Так. Ой-ой-ой, что тут FPS прям проседает. Ой-ой-ой. Так. Я буду водочки. Тут лимонадика раз нет, или соды это и есть лимонад. Давай тогда соду выпьем-то. Так. Едем на сцену. Танцы. Тёма как доехал? Доехал. Отлично. Так, сейчас мы продолжим. Друзья, рекомендую вам подписаться на канал Антипчик Play Game. Этот чувак снимает очень интересные видео по обзору игр на Android, друзья. Подписывайтесь, заходите на его канал, смотрите, очень интересно. Я сам посмотрел уже 2 видео, друзья. Канал новый, так что поможем чувачку в развитии. Давайте, друзья, а мы переходим к ролику. Друзья, пока были технические... проблемы, меня, похоже, убили и уже выкупили из тюрьмы. Так. Ё-моё, как вас много. Так, надо к кому-то упасть в тачку. Так, ладно. Садимся так к Дэну. Итак, вызов. Алло, вы где? Едем к клубу. Итак. Так. А где моя машинка? Я что-то не понял. Плохо понимаю, где моя машина. Странно.
Ну да, ладно, уже, наверное, оттащили. Поэтому побежим так на сцену. Давайте, друзья. Ребятушки, прыгаем. Так, все звонят. Так, давай, побежали. На сцену. На сцене. Так. Ну все, не понимает, где сцена. Ё-моё, ну чё вы? Все, хватит. Побежали, кто остался, друзья. У вас осталось там немало. Где Мерс? Я не знаю, где Мерс. Его, скорее всего, на штрафстоянку отогнали. Я так думаю. Итак. Сцена, друзья. Где мы сделаем с вами скриншотик. Вернее, селфи, фото, как хотите называйте. И будем прощаться с вами до следующей серии, друзья. Воу-воу-воу, вон еще сколько народу бежит. Вон там еще вдали чувачок бежит. Ух. Так. Делаем селфи. Артем, дай 10к. Нет у меня денег, друзья. Все, хватит у меня деньги просить. Так. Тёма, где Мерс? Я не знаю, где Мерс. 1 рубль мне дал Андрей Воробков. Артем, не обменяешься. Ничего не обменяю. Флут пошел в чат опять очередной. Так. Скриншотики делаем. Делаем. И будем прощаться, друзья. Так. Ну все, пошел флут. Не надо, друзья, вот так вот делать. Зачем вы это вообще делаете? Рублей. 3000. Спасибо. Конечно. Ну да ладно, вон у нас Дима Карапчук. 50 тысяч. Ё-моё, мне кто-то нормально так денежек дал. Ну ладно. Все здорово, всех предлагают. Ну ладно, друзья, будем заканчивать на этом наши посиделки, такие чаепития. Ну а с вами был я, Артём Плотников, игровой сервер Premier Game и игровой канал Escape TV. Оставайтесь с нами, также не забывайте подписываться на канал, вступать в официальную группу ВКонтакте, друзья. Если видели себя в ролике, пишите «Мама, я в Ютубе», «Папа, я в компе», не знаю, что хотите. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока и кокосовых печенюх вам!